Luke Skywalker had done the impossible. The Death Star was destroyed. Красава. But the Empire would not take such a blow lightly. The counterattack on Yavin 4 hit us like lightning. The Alliance would have to evacuate or be wiped out. We did it! The Death Star is history! Now, we need to get our people off this planet before the Empire arrives in force. Head to the Temple X2. Так, что я должен с тобой взаимодействовать как-то? Или что? Make your way to Temple the Shara. Ну, давай на Шару. Шара, давай на Шару. В самолет? Нет, не в самолет. Так, куда-то туда. ГБ-812. До свидос. Тоже любительница метатель гранат. Я так понимаю, в повстанцы адекватов не берут. Так, мне, скорее всего, нужен, да, с Хэви, с ракет-ланчером. Молодец, Шара! Угу. А может, и не нужен. Кто его знает. Может, гранатами забросать его. Ну, идея хрено, хотя... Должны вернуться в храм. X2 она сказала. Ну, X2. Вот это я, шиноби. Так, чтобы чего? Воспользоваться опять самолетиком? Или нет? Так, как-то подняться наверх. Ага, вот оно. Ух! Офигеть. Ну, хоть что-то крутое ему завезли. Думаю, тут с прыжками только джедаи могут сравниться с его мощными. Слушаюсь, Шара! Эвакуатинг кал. Как обычно, нас... Трахин Чпокин делают. А это все, что я должен был увидеть? Турели, чтобы защитить что-то от бомберов. Это опять вот эти вот наши любимые. Понял. Блин, я ж низко так не могу. Вот один. Так, еще один. Так. Оптан Фьюжн Кутер. Так, вам опять нужен снайпер с ремонтом или что? Что значит кутер?
Пилот. А пилот тоже, кстати, умеет ремонтировать. Да, видимо, нужен был просто пилот. Это какая хреновина. Это танк? Кто-то из этой турели также стреляет. А какая вообще задача? Ага, башню уничтожить. Еще какие-то бомбы, не знаю, я кидаю, не я. Я должен был доехать до башни. Use force jump, reach to... Чего? Use force jump to reach the common towers. Чего? И зарядка будет когда-нибудь? Я могу с этого выйти. И что я должен сделать с этим? Ни хрена ж себе. Только, правда, я не допрыгнул. Hold off the incoming bombers. Хрен знает, что я должен делать. Я должен танк взять или что? А, нет. А, опять зенитки. Эй! Ты чё? Я же должен был сразу попасть, нет? Сюда говно. Ай-ай, капитан. Сасамба. Упубо. Нормально джигу танцуешь. Мой танк, тварь. А чё вы такие неубиваемые? Алло. Я понимаю, этот он зеленым пердежом бегает. Что я должен сделать? Return to temple. Так а чё бы не в танке это сделать? Во! Хотя у танка 3 хпшки осталось. Давайте мне немножко еще подстрелить. Хотя нафига мне это делать? Если у меня сменилось задание, то... Джампинг так джампинг.
Опять нужно залететь в трюм этого корабля. Или нет? Что это? Связь, короче, оборвать нужно, чтобы они не смогли подкрепление вызвать. Хорошо, маневрирует чертила. Ну да. Бомбочки эти, конечно. Да я пытаюсь, мне ж нужно ж подняться. Чекпоинт ричт. Борда. Ага, теперь, а теперь я должен опуститься. И опять залететь. Главное, планету не высадиться случайно. Так. А должен я не с этой стороны, да? Угу. Понял. Так, так, так. Конечно, хорошо, что это в ролике делается. Не нужно самому садиться, как тут было не так давно. Хлебало, конечно, у тебя помятая, командир Сара. А, Сера. И куда ты уже смылся? О! Мотивчики чуть-чуть узнал. Да я тут один, что ли, вы хотите сказать? Ага, у меня еще вот говно. Вот. Да, я реально тут один. А, нет, он где-то здесь тоже есть. Фу-ху-ху-ху. Фу, можно мне на солдера туда поменять? Но это явно на хилов не прибавляет. Быстрее! Чего? Куда? Я не понимаю, что мне тут делать. Угу. Он говорит, реактор сюда. Куда реактор сюда? Просто челы с дробовиками. Которые, можно сказать, по умолчанию занимаются истреблением гребаной пехоты. Да, вот этот урод. Закрой хлеборезку. Я два шага даже сделать не могу. А он говорит, что у него там уже все, как говорится, закончено. Ну так, выполни задание, что я могу сказать. Тебе удачи в личной жизни. Заткнись. Может быть, хэви взять, кстати говоря. Знаете, хэви, а точнее, ассалта. Тоже дробовик. Все-таки это, по идее, такие помещения.
И вот куда я должен за ним идти? Как я должен был понять? Ну, себя понял, но был такой себе. Ну, пошел ты, пошел ты! Дробник был верным выбором! Что это? О. Так, можно мне убить уродов для начала? Хотя, конечно. Так, ну давай я подойду поближе. Отлично. Понял. Тут что вообще-то взорвется, мужик? Братишка-клон. Да пошел. Понял. О, гранатки наши любимые. Где? Погнали! В жопу эту перестрелку. Наша задача свалить. Еще как моя задача, видимо, свалить. Вообще не видел, чтобы ты садился сюда. Все, все, вылетаем. Удачи, капитан Сара. Теперь уже насрать, как тебя называть. Что точно там должен был закончиться. Nef Secondary Color. Ну, для мультиплеера разблокируется здесь. О, вот она, та самая классная битва. Full-scale invasions. Ух, размочила. Мне тут забавно, что уже показывают конец, собственно, этого сражения. Но я так понимаю, что мы сейчас все равно будем в нем участвовать. А, нет. Видимо, действительно конец. О, Люк! Force be with you. По голосу, кстати, не скажешь. Да я сильно сомневаюсь, что... Для такой довольно нишевой игры прям пригласили актера озвучки. А не многовато ли их? Так, разворотец. Блять. Не, изначально это все было неплохо. Вот эти два я довольно легко уничтожил. Но вот новенькие. Доставляет мне маневры не моя, да. А, успели сохраниться. Что я должен сделать? Все, на планету лететь. Все, понял. Уф. Офигенский, конечно, маневр, с учетом, что ты прям, ну, действительно можешь столкнуться с чем-то. Так. Land Echo Base Hunter, понял. Перегрев. Thank you.
Беги! Что, сесть в другой самолетик? Зашибись. Или нет? Secure front hangar. Ага. Ни хрена ж себе. Кто его так смог завалить? И при этом мой самолет прям действительно стоит тут на входе. Ага, классная штука. Расскажете. Можно сменить класс где-нибудь здесь? О. Я бы снайпера взял, раз у нас тут открытые территории. Мне нужно стреляться. До свидания, мой самолетик. Нормально, высаживайтесь. А что это у вас прячется? А? Что за говнюшок? Да вроде как все. А. Не все. Скортировать нужно дроида. Ну, конечно, снайпера, возможно, идея это такая себе. Хил есть? КЗ. Нужен ли он мне? Не, из этого тоже можно стрелять. Звучит так, будто бы... Охренашься. А где я? Поможет? Я понял. Что ты тут стоишь, робот? Коридор инфи... Ага, понял. Ладно, класс, надо сменить. Снайпер теперь уже бесполезен. Ну, что сказать. Это все равно адекватно. Здесь снайпер помог. Теперь снайпер бесполезен. И раз уж можно менять классы, то значит стоит это сделать. Погнали. Давай, кибернетик. Че, мины мои валяются. Норм. Главное, само на них не подорваться. Здорово. Я должен весь коридор зачистить, так понимаю. Кайф, конечно. По итогу... Где граната? Ой. Спасибо. Нет. Дробовик оказался сракой. Ладненько, значит, стандартный солдат. Интересно, мне изначально должны были помогать? Печально. Вашу мать! Психи больные! Живи, мужик, ты мне нужен. Нет, нет, сори. Он похилился. Да как вообще это работает? Как мне стрелять, чтобы вас не попадать? В этой игре, блин, самые полезные союзники. Их лишаться, это вообще жесть. Мне реально прям будет в десятку раз сложнее. Ага, вы видите, куда прицел смотрит, куда я стреляю?
щит. Все в порядке, я рядом, наверное. Ты его убил? Блядь. По идее, здесь дробаш должен быть имбой, но... Ага. Но почему-то он насасывает. Не знаю, кто или что, но я похилился. Это хорошо. Опять можно сменить класс. Это печалька. Захилишь? Так. Да вы охренели. Пошел в жопу. Чекпоинт, Ричард. Опять моя любимая. Ну, на самом деле, это неплохо, потому что тут экшен. Игра чисто из него состоит, сюжета нет. Кроме вставок из фильмов и все, по сути. Иногда просто вот так вот передохнуть. Это вообще не раз... Я, видимо, делаю что-то не то, да? Да нет, видимо, все то делаю. А вот сейчас будет бой с АТ-АТ. Профессиональная зачистка. Еба. Какой Герарагер, если я запер здесь вашу мать? Такая, блин, интересная. И что мне делать? Сесть на X-Wing? Спасибо. Так, ты мне ресурсы не восстановишь, да? Ну, очевидно, я должен сюда идти. ШХЗ. Охуететь. Что тут творится? Бля. Да я тоже хит. CW-790, одумайся! Пойми, что это зло. Ладно, плевать на тебя. Чего, юзнуть нужно пушки, оказывается, было. Да вы серьезно, я мог на изи их раскатать. А нет, не мог. Пушки, оказывается, не могут вокруг своей оси крутиться. Дерьмовые выходят. Ну, в принципе, если подумать, повстанцы, да. Что-то нормально придумать они не могли. Так. Видимо, ни я до них не дотягиваюсь, ни они. Хотя нет, я-то дотягиваюсь. Любопытно, что-то взорвалось рядом со мной. Ладно, до этого точно уже не дотягиваюсь. Теперь дотягиваюсь. Так, погнали. Угу. Типа мой самолет выжил. Да кому, блин, рассказываешь, что схреначили, я все видел. А нет, с АТ-АТ мы драться все-таки не будем. Космос, чтобы, видимо, опять забраться на вражеский.
Так, протект, понял. Жесть. Так, где-то здесь. Вот. Здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А можно... Да я ж не выживаю. Каким хреном только смог подловить тебя? Что мне тут вообще эти маневры? Вы 2 года летели? Ну, они реально 2 года будут. По-моему, я должен... Нет, не должен, видимо. Зачем я должен? Есть какой-нибудь хил, не хил? Ага. Я типа что, должен сам сдохнуть, а они должны долететь, потому что, ну как бы, ну, к этому-то идет. Вражеских истребителей здесь 1 000 000, ну условно они истребители. Они точно не бомбардировщики, не транспорт. Ну, или как их, не знаю, перехватчиками называли. Как же болезненно-то, а? Хорошо, что ХП восстанавливает хотя бы после чекпоинта, потому что это капец. С одним ХП здесь была полная задница мне. Окей, могучий спец. Можно гранату вам подарить? По-моему, она бесполезная. Они просто куда-то спрыгнули. Но это не беда, здесь есть еще. Охренеть их тут. Вы что, серьезно? Это опять автосейв был? Лучшие автосейвы в мире. Вот я убил сам себя.
А вот это наконец-то самое. Хреновый автосейв, который мы только могли с вами видеть в истории человечества. Можно? Вопрос, а нахрена мы сюда бежим, если вроде как нам и не сюда? Точнее, мы, да, мы наоборот возвращаться пытаемся, я так понимаю. Кайф, ладно. Ну, конечно, сохранение вот с этим моим ХП, оно было эпичное. Да, вот тут миллиард тоже. Спасибо, мужики, что отвлекли хотя бы этого. Так, что я должен сделать? Опять воспользоваться какой-то фигней? Ну что-то я просто так. Опа. Братан стал джедаем? Дай девочку. Могу сменить класс и угандошу тебя, не знаю, за дробовика, допустим. Рокет — это слишком жестко звучит. Бля! А чё ты такой сильный-то? Сука. Можно хила? Может быть, можно и просто за обычного солдата тебя завалить. Еще я пытаюсь париться. Хилки к тому же можно останавливать. Просто подбегая к этой фигне. Да. Как это Гералт тут? А, серьезно? Ну что, братец, пошел в жопу. Забавно, что один из клонов стал джедаем. Ну, типа, ситхом, точнее, в данном случае. Бам! И взрыв. Автосавинг. Конечно. Что-то активировано для мультиплеера. Новая звезда смерти. Чего? Разве так было? Я уже, видимо, не помню. Вроде была одна звезда смерти, но я уже забыл.
Вот это у нас классные корабли. По-моему, это просто... Ладно. Не будем на это смотреть. Другие корабли нормальные, а с этим что-то явно не то. Лазер бластер. Что-то про трапов он нам не рассказывает. О. Сейчас задача пока просто посражаться. Где ж ты, гнида, которая по мне так садит? Чекпоинт. А зачем нам нужно на свой корабль, мне интересно? Или к нам высадились, я должен реактор, видимо, защитить. Черт. Я же опять разобьюсь. Да. Все по классике, тут же... Граната! Нет, это не граната, это кал. Пошел ты. Так, а снова за пилота. В итоге солдат здесь самый оптимальный, оказывается. Серьезно, мужиков моих завалили, ё-моё. Какой медик? Вас тут... А можно тебе просто... Нельзя было. Я в Солянова должен теперь справиться здесь, офигеть. У них падают хилы, что и надо. Ну, вроде бы я докинул. Втыкал во что-то, мужик, втыкал, но в итоге разбудил его. Жалко, жалко. Борт Cruise Defend. Но я должен задефендить. А, он минировал, может быть, или что-то такое. Врагов-то нет. Кто в меня стреляет при этом? Ты? Довольно легко, на самом деле, на этим крузером навредить. О, Сара. А вот и все, как бы. Нафига мне шлюпку использовать? То есть какая логика в этом? Там же битва сейчас за звезду смерти идет, разве нет? А, нифига ж себе. Допустим. Так, я опять за пилота играю. А нет, солдата. Что задачи? Liberate Evox. Когда их успели захватить, то непонятно.
Маленькие медвежата, вперед! Так, еще наверху. Зачем они клетки наверху-то понаделали? Я вообще хз. Понял. Так, ракет лаунч. Ну, давайте ассолтом здесь попробуем. Все. Кстати, враг есть до сих пор где-то. Давайте к Солдеру вернемся. Это Товард Шилдс Сара. А, с Сарой нужно сейчас тут взаимодействовать. Это я прыгун, конечно. Угу. Но сюда я запрыгнуть не могу. Бывает, видимо, не все возможно повстанцам делать. Густые леса. Бам-бам-бам-бам-бам. Кто это? Сэра, ты? Ты, кстати, да. Да, я думал, ты все как бы уже это самое откис. Ты, оказывается. О. Ну все, мужик, как старые добрые. Кстати, похилиться. Как старые добрые не помешает. Хилюсь. Да-да, хилюсь. Там поменьше ля-ля. Что теперь нам нужно? Адвенсвис, полковник Сэра, канал контроль панель. Японский родовой. Да уж. А с виду выглядит как проблема. А он чисто такой дробовик мэн у нас. А тут поле. А, ты знаешь, как обезвредить? Ну, ты, в общем-то, уже обезвредил. Действительно, зачем нам сражаться с техникой? Мы ж пехота. А, все? Опять уничтожили? Но будто бы от меня тут еще до сих пор что-то требуется. Юз. О. Щиты опять нужно снять кораблям. Ну, допустим. Передышка не повредит.
Опа. Holy shit, вот этого разорвало. А, это еще не все? Или что? Это вон флоту прям нашему помочь. Представляете? Я один, оказывается, тот, за кого мы победим флот Империи. По факту без моих выстрелов. Лишь одного единственного орудия на планете. Мы бы не смогли ничего сделать. Так, Shield 9. Все, его даже сейчас будут уничтожить, я так думаю. Да. Ну погнали, чертилка. Минуточку, а? Он сказал, АТ. Еба. А как ты выживы? А вы как бы здоровые, да, там? Я, видимо, где-то должен. А что я должен? Heavy weapon. А где мне heavy weapon-то взять? Внутри было сменить класс? Нет. Значит, я должен подняться наверх здесь, найти эту штуку. Но она же где-то здесь была, нет? Ой, блядь! А вот она. Ты жди там. Rocket Launcher. Ну, похоже, я вот это должен использовать, да? Наверное. Да, успокойся. Чё? Ну, конечно, такое, но на самом деле хоть как-то доработает. Как правда, в меня эта хрень не попадает, я удивлен. Ну, что сказать, Империя. Да, вот как ты рассказываешь. Во, восстановились снарядики. С эвоками, кстати, бы сейчас в картишке бы перекинулся. Понял. Немного снарядиков ты мне восстанавливаешь, как я вижу. А музыка-то хороша. Я только что один уничтожил, как будто бы можно и этот. Ладно, остановим снарядики. Даже не особо-то. А нет, он видит, где мы находимся. Упасть просто тяжело. Ну, как бы маленькая же цель, видите, эвок какой. Только ему все еще есть чем меня стрелять. Я прям удивлен. Я урон-то, кстати, наношу, что-то как-то и не смотрю даже. Да вообще хп его не вижу. Ну вроде же в него попадаю. Можно мне восстановить? Спасибо.
Так, я же могу прицелиться, да? А, да, да. А, все. Или не все. Вот все было. Все. Celebrations. А где Celebr... Вот он. Энакин все-таки в нем, в каждом на самом деле есть добро, я в этом уверен. Но порой из-за зла люди уже просто к добру не могут вернуться, считая, что это невозможно. Люк все-таки смог вернуть своего отца, дать ему понять, что добрая сторона лучшая. Что биться за семью, за друзей, а не просто ради бабла и какой-то там поганой власти. По сути, власть угнетения. Я так и не понял, конец, не конец? Вроде как, чисто по сюжету конец. Nef body, Nef head. Беспин какой-то. То есть мы сейчас за пределами последнего эпизода будем, акт третий. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Shatter Empire. The Dark Lords of the Sith have been vanquished. Out of the Empire is scattered into ashes. Remnants of its legions. Все. Дальше не смогу читать. Синистер. Генерал Люк Скайуокер теперь. То есть это реально типа за пределами фильма события игры. Дескать, у нас сейчас было чисто по фильму, а теперь у нас события вне фильма. Что-то, так сказать, условно свое они придумали. Причем под предводительством теперь генерала Люка Скайуокера. Офигеть. И не встать. И жопу даже не побрить. А, точно, братишка-то нас выжил. А, где клонов делали? Правда, какой смысл? От них все равно отказались.